Залитку. Свиданием. Мне патронов нет, надо купить патрон. Магазин. Оружие. Вот он, коп. Я буду лучше одиночным стрелять. Как сети переключать? Ей направо, конечно. Во. О, слушай, одиночными даже намного удобнее. Все пули зато попадают. РДМ. Чё РДМ? Вау. Три пули сгорели, сдох. А у них только один магазин. У этих. Спецназа. Да. Не то, что они... Оп. Это супер ВПВП сейчас был выстрел. Кто с ним шмаляет? Ну это этот чувак. Виктор. Ну. Полицейский. Ну ладно, давай. Два полицейских будет. Слушай, а если у тебя куча денег, у тебя кнопка. У тебя кнопка забинжена, то это ж вообще офигенно. Знаешь, можно по тебе стреляют и хилишься. Просто бегаешь и хилишься. Сука. Нежданчик, сука. Бля. Заебали, блядь. Угу. Ну, я тоже их там немного постреляю. Снайпер. Да мы создали, дали. Ну и сервак тут. Бля, фишку им туда скинь. Фишку им кинуть, то есть. А нас нет. Сейчас, короче, пушку хватну. И камеру в руки взял. Они, кстати, вон там сейчас пытаются обходить, он туда куда-то пошел, или он сейчас, да, он там должен, куда-то спецназ пошел. Вон он идет. Кто меня убил? Не сзади. Блин, ну как-то это... Как-то на РП-серверах такой РДМ что-то слишком. Куда моя галерея летела? А вон она лежит, отлично. Ты деньги, галерея. Кто-то за бандита зашел. Он сзади залез, вон. Говно. Да вижу. Он еще, кстати, подошел, мои деньги забрал. Бомжи-то. Который он проебал. Я сейчас подойду, заберу. Я забрал. Ну ладно, тогда я сейчас сниму деньги. Снять. Ну давайте 1005 сниму. Так что...
Кстати, только снял деньги. Немножко отстрелил. Эй, он... А, он Галину не подобрал? Окей, привет. Он в банке. Он, короче, меня убил, забрал 500 долларов, положил к себе их в банк. Что за поберушки? О, в окне кто-то сидит. Ребята, мне какой-то странный персонаж, я ему патрон покупаю. Он... Ай! Странно. ХП. ХП, ХП. Буду снизу прикрывать. Слева. Справа не смогу. Там кто-то в здании, надо штурмовать бы его. В каком здании? Ну вот это тут угловое здание возле спавна. Блин, гражданских бы еще не задеть. Угловое здание возле спавна. Заебись. Че такое? Тебя убили? Нашего подрали. Где морковь? Вот наш. Надо будет. Они где-то там ходят. А, я вижу снайпер в окне. И говорю, надо бы ему туда. Не, я лучше пока штырь покидаю. Вот так вот. Да хотя нет, какой там. Давай, трать свои патроны, это же бесконечность. До свидания. Сейчас киллы набьем. Главное не пропустить вход дестройера. Она, у нас авторитета я нет. Я не дал ВВП. Чё я там сокамблиться, да. Этого вонючего? Ну, а ВВП тут крайне неудобное. Реалистичное, между прочим. Сука! Где? В окне, блять, в этом ёбан. Тебя убили? Ну? А, ребят, что было в руках? Броньку раз... Бронь. Разбирайте броньку. Я там в окне. А тут целый ящик нужен, чтобы сотка была. Ну, сейчас иди, это, еще нахуять. Что на бензон? Зачем? А? Зачем на бензон палишь? Ну, потому что там он был, он забежал. Еще есть. Так, я чуть прикину. Вы тебя притянуть не можете, что ли? Ебать, спонсор. Иди, Витя против. Ебать, спонсор. Слышь? Это такой сидит, говорит, ебать, спонсор. Готово? Ну, стрелять. За родину! Да, у нас видит, подошел к концу. Они не везет. Я вообще не понимал, во что стрелять. Там тебя слева обходят вроде. Ах ты, сука. Бля, почему когда прицел вырубаешь, он начинает перезаряжаться? Ёбаный, пошёл. А это наемник, наемника не трогаем. Это стоит такой, ебать, спонсор. Кто спонсор? Ну этот работник раздавал, такой стоит, ебать, спонсора. Ой, у меня ж флай. Нет там товарищ, нету товарищ. Это кто у нас? Придвигаемся вниз. О! Больно! 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 А пулемет не переключается очень. Ну это... Жалко, я падаю. Жалко, пчелки в попке. Что-нибудь там полицейскими хотя бы? Да-да, давай их полицейским. Интереснее будет. Ну, блять.
Ну нихуя, блять. Вот это встреча. Чё такое? Ой, стреляй. Сзади обходит сейчас этой вышки. Где там? Отходимся, блядь. Как там, чё окна ломает? Ты наш, кто-то. Меня кто-то там тоже стрелял. Они там, возле тебя. Думаешь, мне спуститься сюда и убить? Теперь слева обходим. Где ты там? Стреляй мне еще тут. Там. Вот снайпера кто-то взял. О, кто-то проб ставит. А, вон проб, все. О! Нихуя мне нарезали. Тебя не убили? Снизу где-то. Кто там внизу нас? Да вот снайпер какой-то сидит. Снайпер? Слушай, у нас авторитета нет, мы сейчас не ПРП. Надо, чтоб кто-то авторитетом стал. А он, кстати, пошел куда-то. Ну где они все? Да. Обходят нас. Где? Там уже кто. А вон они. Там снайпер. Этот ходит, деньги собирает. Еще один этот полицейский. Лично. Больше копов. Больше веселухи. Да, тут у тебя счет даже больше, чем у меня. Че, мы уже на счет играем, что ли? Че стреляешь по нему? Не, пулемет на дальнее расстояние вообще дерьмо. Понятное дело, блять, он пулемет. Это не да ты что? В Battlefield'е нахуй, там пулемет, блядь, как ПП ебашит. Сзади. Как... Сзади, вон он, у меня патрона нету. Где он-то? Меня зеленой дубинкой хочет арестовать. Умник ебаный. На нахуй, в упор. Зеленый? Да! Кавказчик, правда? Главный снайпер. Вот единственная угроза у них сейчас это снайпер. Потому что снайпер реально вот этот нормально вышибает. Да, если бы я был бы снайпером с такой снайперской винтовкой, им бы вообще бы нахуй не жить было бы. Ну потому что вот у снайпера докажи, что она нормальная. А еще полицейский. О, до свидания. О, бегут что ли? О, снайпер. Снайпер зашел в упор. Все нормально? Да, да я просто по тебе попал, но я забыл, мы же с тобой в пати. Они тут, блядь, диванов подоставили. О! Видал? Бля. Они тут диванов подоставили, я такой иду без прицела, нахуй, солдата. Хрюк, еще нет. Там вот здесь двое. Вот. Вон, за крышку выкинул. Сзади еще один. Бля, я сейчас, короче, знаешь, что я сделаю? Сейчас выйдем, бля. Такой ебаный пиздец вообще. Смотри, они сейчас будут охуевать, когда будут туда заходить. Минус один. Бля, сука, перезарядка, не могу. Тихо, стой, держись, сейчас я. Да я тут стою, держу этот проход. Мне все равно ничего сделать не могу. А, вон он. Тут просто еще один проход есть.
Эту крышу? Да, тут два. Один через дом, и один тоже через дом вот тут. Тут, кстати, один тут бандит сюда и забрался так. Через другой проход. Там тут гранатки закидывают. А вон. Они на этого догадались, сука. Такие ёбаные, пиздец. О! О, один на вышку лезет, смотри. Смотри, какой паркурист. Ой. Не попали. Оп. Звездный десант. Ты лучше знаешь, Стань, куда? Помнишь, где Крис Кемперил наш блокпост? На том здании. Вот оттуда стреляй, там они тебя точно не выкурят. Если они додумаются в пустыню пройти. Что такое? Я съёбываю. Они там по крыше, блядь, вдвоём... Звёздный патруль! Да там один? А, блядь, меня убили. Где тебя убили? Там, на крыше. Так, какое же оружие сейчас использовать? Давайте... А у меня тут пулемёт. Слушай, мне нравится, наверное. О! О, ты пошёл. И мои денежки. У тебя Галили больше нет. О, смотри. О! Слышишь, там? Паш. Всё. Какие снайперы, ты аж чё вообще? Передислоцируемся нахер. Они захватили. А тяни, я ещё повоюю. Мы захватили, блядь. Чё они там вообще захватили-то? Захватчики, блядь. Они сейчас меня выкуривать будут. Это точно. Они сейчас туда нахуй, мы это не надо, они видели, где я. О, бегает там он. И деньги заканчиваются. А, да, один же ещё залез, ну, залазится через спавн. А вон, смотри, сел, блядь, за этими... До свидания. За деньгами пошел, умер, нахуй. Я возьму АВПшку тоже. У тебя-то охуенная АВПшка? Не, я не буду випуск. Там все, кто-то на вышку залез один. Это я точно видел. На вышку? Да-да-да, вон он. Попал по мне. Убил? Нет. Он по тебе попал? Да. Ну, у меня 77 хп сейчас. У него, блядь, туста. Да я и говорю, да. Он бы меня убил, если бы. Ладно, нормальное оружие. По диванчикам. Поча, кстати, а почему не пропсёрфит? За это ж бан дадут. Нет. Попал. О, а? Чёрт, попал. Меня кто-то ебашит. С каких-то... Посмотри, откуда ебашит меня, убили. Я спрячу твою ВПшку. Тихо, там да. Никто не возьмет. Да я ее положил на это. За здание. Эй, ребята, я не понимаю, откуда. Вон один бегает. Ух, нихуя. Отхватил? Сейчас снимем. Давай снимем. 90 серий. Сколько там у тебя еще осталось? 2 100 000. Да и еще 5 охладителей. Я ж просто, помнишь, мы один протестили, взрывается один. Куда ты там, блядь, приземлился? Я ВПшку ищу. А где моя ВПшка? Там, она лежит. Где? А, вот она. А, ты в смысле вот так делаешь, чтобы подольше летать? Ящик себе. Ой. Да, можно так делать.
Меня шманит. О, гранату кидаем, да ебись. А то единственная угроза это снайпер вот этот вот. Или там не лучше смотреть, где они. Сейчас прицел. Ну это да, конечно, тут прицел вообще неудобный. Смотри это, приближение этой ебаны. А, вот, вижу одного. Тимэлия бегает. Да прыгался, блядь. Бежит такой, прыгает, счастливый, поебал нам. О, вон он один. А нет, это труба была. Что не показалось, что это шериф. Бля, а вот один на вышке, один на вышке. Вон башка его торчит. Ты видел, как он полетел? Так я-то тоже по нему шмыгнул. Ну, я и говорю. Он там так улетел. Сел такой беспалевный, блядь, в каску получил. Но знаешь, где будут обходить? Вот с другой стороны. Да, тут будут нас обходить. Но если не додумаются там. Вообще, блин, с пустыни. О, смотри, один. Нету. С пустыни мы вообще как на ладони посмотрим. Ну. Они, по сути, ну, смогут тупо с пустыни пойти и убить. Но это еще им нужно пройти к пустыне. Ой, я проебал ящик. Он лежит. Нам бы, блин, броник вот этот был бы отлично. Где они все? А, ну они поуходили, они с серва поуходили. Так даже неинтересно. Все, на 2 да больше. Как у меня, блядь, 142, а тебе уже 140.